Всем привет, Лорд Таур. Приветствуем, кто подключился к трансляции. Сегодня Лорд Таур с Мэтра будут показывать вам, как Кабала Mortal Kombat 3, который называется Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Как 23, да. Версия пока последняя, 51.49. От Кабала уже где-то, наверное, с зимы прошлого года новостей что-то не слышно. Не знаю, делает ли он что-то, нет. Пока так. Общем, ну, я, наверное, играть не буду, я в полусонном состоянии. У меня, блин, да, уже 3 часа ночи. Да, у меня время поменьше, так что я еще более-менее. Хотя я сегодня с работы, но все-таки силы есть играть. Что там в чате, отзовитесь кто-нибудь. Покажем фичи, которые Кабал сделал. Да, напишите в чате кто-нибудь там. Желательно с ВК тоже проверить, правильно ли там идет трансляция. Кстати, там надо, наверное, поменять название. Опять, наверное, не так написано. Во, Киросян, привет. Так, сейчас я гляну в ВКонтакте, там ровно так, все или нет. Я сейчас пойду, ко мне кошак скребется, падла. Что-то ВКонтакте вообще стрим не идет. Почему-то. Странно. Я здесь. Угу. Что-то ВКонтакте не идет стрим почему-то. Да, ну нафиг, там что-то какая-то кривая. Блин, не знаю, может начнется он когда-нибудь попозже, может рестрим что-то там тупит. Не знаю. Ладно. Так, ну, я не знаю, с чего начнем-то. У меня в планах было пройти последний столбик на хардости за кого-нибудь и показать фичи разные, какие добавлены в хак. То есть такие, как режим агрессор, режим магии. Ну, это из оригинальной трилоджи. Включение, выключение. Ну, нет, тут агрессор немного другой. Там не, здесь он не такой, как в оригинале. Не такой, как в МКТ на PlayStation. Ну и других вроде там. На Nintendo 64 там вроде это одно и то же. Ну, в смысле, агрессор один и тот же. Такой же. А на DOS, я не помню, выходило, нет? Тут немного другой. На DOS я что-то тоже не помню. Вроде нет. На Windows вроде выходило МКТ. Блин, тут еще автоматически выходит. Блин, у меня кот на коленях лежит и засыпает. Броски боссом, ну тут в принципе можно на словах объяснить. Вот режим МК3 мод, это что такое? Режим у МК3 это, то есть если когда он включен, то есть ракеты Сайрекса, ой, Сектора, потом там еще какие-то чьи-то фаерболы, короче, я уже сейчас не помню чьи, ну не всех. Они идут, то есть, так же, как в оригинале, с замедлением. То есть, их нельзя спамить целую кучу. А если его выключить, то они будут лететь быстрее. То есть, можно сразу несколько штук закомбить. То есть, штук 5 влетят, и будет, допустим, написано 5 хитов, там, не знаю, процентов 20, там, с копейками урона. Ну, или 30 где-то так, наверное, будет, к примеру. Ну, и другие тоже, там, допустим, удары, еще что-то так по мелочи, то есть типа магии, то есть когда противник в воздухе находится, то есть при выключенном режиме оно происходит быстрее и вроде как больше ударов можно нанести. Но это я так на словах объясняю, потому что там в ритме немножко по-другому написано. Потом, значит, Magic Mode, режим магии, то есть при включении во время боя на двоих и в режиме прохождения столбика летит рандомно магия от врага и от игрока. Ну, то есть
От Ну, это первого, значит так. от второго игрока. То есть победить с чистой победой здесь уже, завершить раунд с чистой победой здесь уже вряд ли получится. А вот режим агрессор. При включенном режиме над лайфбарами у обоих игроков есть шкала агрессор. То есть она буквами пишется и заполняется. То есть нет, она заполняется буквами, то есть там пустое место изначально заполняется, и когда она полная, некоторое время там, ну я не засекал, честно скажу, может секунд 10-15 летит магия от того игрока, у которого эта шкала полная. Броски боссом включены, выключены. То есть, ну тут я думаю, все и так понятно, да. То есть можно кидать боссов и также Шао Кана, главного, усиленного. Нет, его вроде... Нет, вроде можно, да, кидать. Но удары по нему все равно такие же проходят. То есть слабенько ему наносится урон. То есть обычным боссом, то есть таким как Матаро, Кинтаро, Горо, им урон наносится почти примерно в полтора раза меньше, чем обычному игроку, обычному бойцу. Ну там не совсем в полтора раза, там где-то, там если поточнее, где-то в один, может, 45, где-то так. Чуть меньше урона. Где-то на 50%, ой, не на 50, то есть наоборот, где-то на 25% меньше. А биоскрин это что, типа биография, да? А вот усиленному Шао Кану у него идет где-то около 55% урона ему наносится, если считать от обычного игрока. То есть если ему 20% обычный, по обычному бить, то по Шао Кану придет где-то 11%, если я не ошибаюсь. Ну или 10, там написано, это может быть, там же в целых процентах исчисляется. В общем, так, с этим понятно. Метро, а что за биос скрин? Это... Ну да, там первоначальная информация о бойце. А, ну типа можно прочитать, но... Это в оригинале... Нет, там, по-моему... Да, в оригинале то же самое было, тоже оно чит-кодами включалось. Тебе Россиян пишет, что время час ночи, а тут стрим даже спать расхотелось. Ну как, я днем поспал, у меня до сих пор хода спать. Ну, в Пермском это крае время... В Пермском крае ВКБ время час. У меня этот часовой пояс. То есть на 2 часа побольше, чем в Москве. Что-то музыка это как-то упарывается. Так, вот. Big Quick End. То есть B обозначает блок. То есть включено или выключено. Быстрое добивание. Это зажат блок и фаталити, да, какой-то? Добивание с использованием кнопки блок, то есть держите кнопку блок, то есть когда высветилась надпись finish him или finish here, держите блок и нажимаете одну из клавиш, то есть x это fatality 1, y это fatality 2, z fatality 3, a это fatality 4, c это stage fatality, также известный как pit, а блок плюс назад, по-моему, это нет, это friendship. Вперед это бэбалити, вверх анималити. Ну, вниз, соответственно, никакая кнопка. То есть ничего не происходит. Вниз блок. А, блок плюс старт это бруталити. Так, финиш хим ресистенс. Включено-выключено. То есть эта фича нужна для того, чтобы, допустим, вдвоем играете. Но также это с компом действует. Если она будет включена, то есть по умолчанию она выключена, то проигравший игрок, проигравший боец может сделать добивание победившему. Но также и победивший тоже может. То есть могут сделать оба одновременно добивание. Новые хиты. Это кнопка. Я сначала думал, первое время, когда играл, думал, новые комбинации какие-то добавляются бойцам. Но это не так. Здесь включаются, активируются кнопки Y и блок в воздухе. То есть... В прыжках это будут удары ногой. По-моему, больше других никаких кнопок, никаких ударов вроде не добавляется, насколько я знаю. Сколько известно мне. Так, значит, следующее. Коды. Коды столбов. Это, можно, да, это значит, получается, перед боем
То есть даже если ты играешь столбик, не обязательно вдвоем, то А, эти перед началом боя будут кодовые, плашечки вот эти вот пилятся. да, будут табличка с шестью знаками, то есть три для первого игрока и три для второго. То есть набирать там, А за допустим, какашку это ты смотришь молния, вообще? там гору, Как там это их называется? знаки вопроса и так далее. Чё? Помнишь, это как-то какашка какая-то мелкая есть в виде черепушки валяется. Но Ее это... можно в одиночный или только на двоих рубить? То есть проходи столбик? Но. Нет, это... Он подыхает в первом раунде и все, тупо подыхает. Это Кабал Нет, говорил а на еще, форуме, это... чтобы случайно еще выбирался, А, не знаю, я каждый вот раз сколько придется. пробовал, я вот очень много раз запускал, как бы за один присест много раз пробовал, и вообще, в принципе, садился много раз играть. Сколько раз выбирал рандом, ни разу у меня какашку почему-то не выбирала. Может Ну, быть, видимо, он ее не выбирает вообще. скорее всего, да, я думаю, наверное, Кабал отключил выбор этой какашки рандомом. Я помню, только мы с этой какашкой добавлялись, мы ее Так, выбирали, ставили рандомных значит, персонажей. следующее, саунд, я не знаю, ну, нормал, слоу, я обычно на нормал играю, медленно звук, хрен знает, как он будет звучать, наверное, я думаю, не стоит извращаться над этим. Нужно побед, две, по умолчанию стоит, можно поставить одну. То есть, один раз победил, и все, ты, значит, дерешься со следующим игроком. Со следующим бойцом. Играть в призовую игру, это я вот сейчас не перепутай, по-моему, это должен быть Это Тетрис. рулетка, да? А, да. Это фигня. Это не то нажалось, я что-то не понял вообще, Перезапускай эмулятор. О, что этот, вот, произошло. главное. Да. Что-то пошло не так. Привет, Денис. Ну, в хаке много изменено, добавленные персонажи с первого Mortal Приветствую. Kombat и с второго. Там дофига всякого. Также локации, да, еще добавлены из Mortal Kombat. Арены На добавлены стеге. все из всех частей, кроме арены вот из третьей части, это Graveyard, по-русски кладбище. По-моему, все, кроме нее, добавлены, насколько я знаю. Ну, Так, хак продолжим. довольно-таки глобальный, много чего здесь добавлено. Endgame Price. Короче, что-то это почему-то Play не... Hidden Game это не этот, это не Тупит. пинг-понг. Вот это должна быть Галага, Play Hidden Game. Ну-ка, А вот вруби. почему Price Game не работает, я вот не знаю. Да, это Галага. О, блин, прикольно, может быть. Ну-ка. Где? А я не двигаюсь. Ну-ка, а если я пропишу в консоли Take 2? Попробуй. Все, я взял. Ну что-то у меня не реагирует. Я 8 жизней сделал. Если кто не знает, то в оригинале, если удерживать Z, то будет 8 жизней вино. Ладно. Видать, мы их все просрали. Хватит упороться. Удачно. Вот, ты или сидишь, или уходи. Сиди. Так, ну тут продолжим. Значит, таймер, как он идет. Ну это тоже в оригинале, в принципе, все было. Тут, я думаю, все знают, говорить незачем. Ну это экран победы, то есть можно почитать биографию, Концовку, да, то есть чуть-чуть. да, концовку, да, то есть когда прошел игру, можно почитать. Режим трех игроков. Вот эти вот и вот эти вызывают, наверное, у многих вопросы. Ну, тех, кто играли, я не знаю, тех, кто не играет, вообще ничего не отупляют здесь, что здесь происходит. Я сам тоже долго разобраться не мог. Значит, режим трех игроков. Вот, по умолчанию выключен, включен. Это один плеер против второго плеера. Против двух игроков. А, хотя да, наверное, один, да, против двух. То есть получается, это для живой игры втроем. То есть один играет за первого и второй, третий. То есть они, наверное, справа будут. А Это жестко, этот как. первый слева, скорее всего. Значит, первый и второй игроки против CPU. Это значит, игроки Теперь вот тоже справа там пора. будут. Можно проходить столбик также вдвоем. То есть первый и второй игрок, они будут справа.
комп будет слева. Не знаю, почему так, но почему-то оно так. Так сделал кабал, не знаю. Почему не наоборот. И там лайфбар не отображается при этом, естественно, при игре за трех игроков. Так, все, больше не, не меняется. То есть только два можно выбрать. Или живые люди, или вдвоем против компа. Значит, 3-плеер финиш хим. Люди включены, человек выключен. Вот тут вот насчет этого, этой функции я не знаю. Я ее что-то так ни разу не использовал. Но я когда играл вдвоем против компа, то у меня вот это было... А, нет, хотя нет, включено вроде. Да, если, короче, с людьми хотите поиграть точно, наверное, включайте так. Он. А по-моему, если off будет, если я не ошибаюсь, насколько помню, то это будет комп за вас выберет, по-моему, игроков. Игроков выберет. Но это можно проверить ближе к концу стрима. Значит, проверять ближе к концу стрима. Если, конечно, да, если кому-то это реально интересно посмотреть. Ну так, ну это ты уже показывал. Так, ну тут я, да, тут я все перечислял. Ну, в общем, я пройду. Значит, без всяких, так скажем. Броски босса может включить. Или что? Это будет, наверное, сложно их бить, я не знаю. Тем более на стриме это будет. Не включу. И еще включу удары ногами. Эту вот фичу. Тоже удобная фича. Не знаю, почему она по умолчанию отключена, лучше бы она была включена. Удобно. А, чуть не забыл. А, вот тут еще тоже. Звук на зонах. Не знаю, у меня включен. Без звука, мне кажется, неинтересно играть. Ну, может, если кто-то в плеере включает у себя музыку. Киты, то есть можно сделать 100, можно 200. При этом, кстати, примечание сделаю. Я сначала не совсем тоже понял. До тех пор, пока сам не включил, не проверил. То есть комбинации наносятся так же. То есть, допустим, если вы нанесли 13% урона, то отнялось именно 13 из 200, а не 13 из 100. То есть при этом урон в два раза не увеличивается. Интересно. То есть вы будете, получается, драться в два раза дольше, по факту. Дольше друг друга бить. Не знаю, может, кому-то это нужно. В общем, я играю со 100 обычно. Плееры. Так, игроки выбирают. Первый игрок комп. Это, наверное, для игроков вдвоем. Тут я лучше не буду ничего говорить, потому что я... Или это для игры втроем? Это скорее, наверное, втроем. О, Мелисса пришел. Первый играет за компа. Поставил первого игрока за компа и начал играть одиночную. Привет, Мел. Как это вас занесло сюда? Я что-то не помню, кто там конфером хака есть ВКонтакте, может, Липис добавлял. Там много народу, я не всех знаю. То есть я знаю не всех, кто там есть. Кого там нету. А, значит, строчка новая, пятая колонна. Это получается при выборе столбов. На самую последнюю и вправо еще нажать будет вот эту вот колонну. То есть можно выбрать 12 бойцов, включая 2 Endurance мода. 8 игроками каждый можно выбрать. То есть, если меньше хотите 8, то можно какашей выбирать вместо лишних игроков, чтобы их было меньше, чем 8. То есть, собственно, для этого, как Кабал и говорил на форуме, писал, то для этого и сделан какаш. Чтобы играть 8 на 8, но чтобы у кого-то было меньше. Также это применяется для турнамента. Еще можно и повести. Ну, настройка геймпада, то есть как бы это все тоже в оригиналах. Демонстрация ходов, это, по-моему, демонстрация всех добиваний, если я не ошибаюсь. Ладно, нажимать не буду, наверное, долго будет идти. Так, поэтому начнем. Так, ну давайте, как я обещал, покажу. И уже вообще дико спать. Так, там ВКонтакте, наверное, допустим, стрим, наконец-то. Да.
Так, ну что, покажу агрессор. Наверное. Что еще показать-то? Все вроде. А, броски босса не буду включать. Да, вдвоем, может, сыграем? World Towers. Блин, слушай, я не знаю вообще, я плохо играю в файтинге. Так, я как бы не жду от тебя серию чистых побед и так далее, как бы просто показать людям, не знаю. Ну знаешь, я реально фигово играю, можно попробовать. Но у меня тоже сейчас мув листа перед глазами нету, я только то, что помню. Я уже почти все забыл. Ну, ты будешь играть теми, кого выберешь, я буду рандомно. Чё это, одного игрока врубил? Нажимай старт. Нажимаю. Он не нажимается. Не нажимается. Ну. Там... Не знаю. Так, ну сейчас я поиграю кому-нибудь. А нет, ты сейчас во время боя нажми старт. Жму. А, во. А, нет. Я на все подряд жму, ничего. Странно. В меднафине все нормально написано. А, во! Просто я с Лёхой буду играть. Что у тебя с управлением-то было? То ну было не настроено, куда фига оно сбилось. Я только на трех кнопках смогу играть. А почему так плохо? А потому что если его поменяют, то скорее всего все слетит нахер. Потому что что? Потому что если его поменяют, то скорее всего все слетит нахер. Ну, как видите, агрессор был. Если нас вообще сейчас кто-то смотрит, вообще не знаю. Ну, я в Тиго вообще играю. Ого. 6 комбо, 70% урона. Нифига себе. Плохо он играет. Да я реально фигово играю, чё ты? Я только спамить могу и все. По поликону ракеты проходят оказывается. Так они всегда проходили. Нет, вот на другими персонажами-то пролетали. Да? Я что-то не замечал. Выбирай. Кого? У меня просто не работает. Как так? Ну так вот задумано в игре. Я опять какие-то китайцам играю, а? А ты тоже рандомно что ли, нет? Или мне кажется? Я думаю, кого. А, у тебя так курсор бегает, я думал, ты рандомно. Да, не знаю, может. Может, в контакте кто-то напишет в чат. Только за него умею нормально играть. Смотрит.
Какой всратый люкен здесь? Вообще. И у него только вперед-вперед X есть. Огонь. И больше никого и ничего нету. А нет, еще вперед-вперед Z есть. А вот так по нему не проходит, слушай. А как я это сделал? Вперед, вперед, С. О. Я не знаю, как я это сделал, нафиг, но... Просто получается, я что-то тыкаю, тыкаю. Блин, надо было на Z нажать, чтобы больше игроков сделать. То мы 2 на 2 играем только. Кстати, сектором блин, можно вообще идти. Как там называется? Телепортацию вообще спамить жестко. Это по хардкору играю, у меня только 3 кнопки. У тебя все 6. А почему у тебя слетит-то, я не пойму, этот? Да я боюсь, блин, мало ли, там что крякнет, это ж бедна. Блин, не знаю, у меня 6-кнопочная настроена, и все работает вроде как. Так у меня 6-кнопочная была для второго игрока, но у меня мотивился именно начал. То, что, мол, типа, что ты начал творишь, давай, 3-кнопочная у меня. Блин, эти ракеты, блин, от магии, я даже не сделал добивание. Подожди. Вот. Нажимай. Я возьму. Так вот. Так быстро по выбрал. По фильму у Джекса же это руки телепротеза какие-то просто усилили экзоскелетом. Я помню, он их снимал фильм. Да, что было такое. Опять всратые персонажи. А ты всех сектора выбрал или чё, я? Нет, у меня сектор Сайрок, сектор Сайрок. Ага. А чё, с молоком не любишь играть? Я не умею. Да и за Сайрекса с... Опа-на. Да и за Сайрекса, как и что же не умею. Да ну, с Айрексом реально легко играть. Сидишь, сеточку спамишь. А как ты делаешь? Я же не знаю вообще. Назад, назад, С. Одновременно сдохну. Вы еще подкаты делаете.
А что это я делаю такое? Репортация. Как он это делал? Он хп тратит, да, за это? Нет. Вперед, вниз, блок. Перед смотришь, уже светло как днём. Решил схитрить. Против него это не... У него блок не... А нет, слушай, работает. Бобы орёт. Не, что-то похоже на Ками... Сетка какая-то салатовая. Из салата сделана. Блин, я хотел больше это удар сделать. Нифига себе, я еще победил. Да я потому что всратых выбрал. Ну, то есть рандом не выбрал всратых. Саб-Зиро этот, он нормальный. Да, Саб-Зиро тоже легко играть. Это морозило. Из кого-то из переводов это было. То морозило, то, блин, то чуть ли не холодильник. Это холодец. Да. И фиг знает, меня Сайрик бьется в конвульсиях каких-то. Вот меня что-то больше двух раз он не хочет бить. Так-то можно 3 и даже вроде 4 раза, да, этот, телепортацию сделать. Вот он реально, он 2 раза делает и все. Вспомнил, как Джексон бит. Блин, все, уже сдох Джексон. Ого, я один раз победил даже. Жесть, че. Ну, блин, или один раз делает, или 2. Да как у тебя нету? Честно, так. Опять, а что это я делаю? Я не успеваю поехать, как я что-либо делаю, тут же отдыхаю. Да блин, целая куча ракет. 7 комбо, 87% урона. Просто мне 4 поджопника прилетело. 42% урона.
А как я бомбы-то эти кидал, сраные? Вперед, вперед, Z. Или назад, назад, Z. У меня Z-то нету, понимаешь? Ну значит ты блоки C держал одновременно. Это альтернативное нажатие. Также для X, а и блок одновременно. Да. У меня вот трехкнопочный геймпад был раньше. Вот. Боюсь. Приходилось так играть. Поэтому я всегда нубом играл. И спамил комбинацию ZCCC, которая легко выполняется четырехкратным нажатием C. Кувалды нет, нет. В общем, молоток есть. Вот больше двух раз он вообще не хочет делать, не его жопа. Финиш хим. Как я это сделал? А я включил Big Quick End. А. Блок держал и, видимо, нажал вперед. Блин, я что-то уже. Что еще? Это раз последний все. Да, может мне Тектор попадется. Подойди. Блин, что на твой курсор смотрю. Блин, где-то я не там. Блин, как ног мне выбрал. Че-то опять милина какая-то всратая. Ни одного нормального. Вот блин, реально, больше двух раз вообще не включается. А, нет, ну Сабзера еще хоть что-то. Ну на двух кнопках, точнее, на трех кнопках это по хардкору. Чуваки, играйте на трех кнопках. Денис пишет ВКонтакте. А, нет, на Твиче нет изображений. Блин, не знаю, что там с Твичом опять. Я в 720 включил, так что не знаю. Это теперь уже точно Twitch. Попробуй на пеке смотреть. Вы все так к Twitch'у пристали, он вообще самая всратая стрим-платформа. Ну, самая знаменитая. Ну да, может быть самая знаменитая, но самая всратая. Тем не менее. О, у меня еще Sub-Zero MK1 есть. Красиво звучит. Просто жопа над головой. Ну теперь нас хоть кто-то смотрит. Я же думал, все разбежались после первой части стрима и... Сейчас, блин, наверное, у меня до утра будет склеивать эти два видоса, чтобы их выложить нормально. Ну, а лучше, по-моему, отдельно это сделать. Да, блин, вот... Чем меня морозит-то постоянно? Морозило, блин, фигов. Все, больше не будет морозить. Подожди, я в тебя покидаю какой-то черной хренью. Подожди, как она делается? Во. Чё за сопли? Смотри, сколько она хп отнимает. Просто 1 или 2%. Не знаю, что это за говно у Нипсейбота. Я тебе тут нагажу, блин, бомбочками, а? Просто Сайрекс отложил кирпичей, которые взрываются. Да как он телепортируется, я понять не могу. Вперед, вниз блок.
Не вниз вперед блок, а именно вперед вниз блок. Такой последовательности. Ага. Я еще на клавиатуре играю. Да? Но... А че не на геймпаде-то? Там джойстик мне подключать, его сейчас настраивать. А я думаю, у тебя всегда подключен. Его для Medal of Honor приберет. А, у тебя аж один геймпад-то, блин, точно, я забыл. Такая медаль за отвагу-то можно спокойно на EPSXE играть. Чё тут миднафиг? Мне миднафиг удобнее, я ему больше доверяю. Да ну. Если уж играть офлайн на какой-то определенной консоли, то уж лучше играть на эмуляторе этой консоли, чем на мультиплатформенном эмуляторе. Тебе это, я думаю, любой скажет. Что за срань сейчас творится, я понять не могу. Денис прислал скриншоты с ВКонтакте еще, где тоже изображения нет. Так я понял, он писал... А, нет. А, что ВКонтакте тоже... Но... Так. Ладно, тогда подожди. Блин. Подожди, и на Ютубе, кажись, тоже. Не спам ничего, я... Не бей меня пока. А, так. Настройки. А что у меня там? Видео. Где это я забыл? А, вот кодирование. Да, вроде... Да вроде нет. Должно быть изображение. А, нет. Хотя... Вроде да, должно быть, я не знаю, что это... Не так. Ой, все видно было, блин. Не, я не знаю, ну попробуй посмотри на чем-нибудь другом. Ну на YouTube, я думаю, стопуди должно быть изображение. Ну чё, погнали? Подожди, я еще не настроил. А, блин, как это? А, всё, чё это будет? Может быть, ты окно не указал? Да вроде... Да нет, указано оно. Ой. Так, сейчас я посмотрю, на YouTube идет ли трансляция. А, нет, тут старые еще. Все, богомолье походу... получили. А потому что ничья была. Так, подожди, я ВКонтакте тут проверю, там реально нет изображения. Я уже устал. Я уже устал. В натуре что тут? В натуре чат, даже чат не видно. Кривостримеры, блин. Блин. Не, у меня настройки... Я понятия не имею, почему не идет видео. Вообще не могу понять. Кодирование у меня стоит все нормально. Вот насчет YouTube я не знаю. Так, гляну еще раз его. Чуть
На YouTube написано, трансляция приостановлена. Последняя трансляция стояла 25 минут назад. Что за такое, я вообще не пойму. Для этого было все нормально. Сейчас проверю кибергейм. Походу... Ладно, что ж. Ну что тогда, будем заканчивать, раз это плохо. Да. Ладно, всем спасибо за просмотр. Еще раз извините за такие технические неисправности. Ну криво стримерим, и че с нас взять? Блин, нет, просто до этого-то нормально было все. Ну, до этого тормозило. Нет, я имею в виду предыдущие стримы. Ну, да, до этого были тормоза. До высокого разрешения. Переоценил я все-таки возможности своего железа и своего интернета. Да. Я отключаюсь от Меднафина. Хорошо. Реально светло как где-нибудь. Ладно, раз не видно ничего. Блин, надеюсь, хоть на записи может будет видно. Потом, когда склею. Ладно, всем до новых встреч. Следующий стрим, наверное, будет уже на следующей неделе. Скорее всего, выходные. Если будет, конечно. Не знаю пока. Всем пока. Пока.